Был еще один очень сложный вопрос. Появились сразу вдруг три человека из Латвии вдруг, разные, не сговариваясь. Один человек из Германии, еще кто-то спросил про Приднестровье. Вот. Ну, я захожу на почту, я сказал, я разберусь. Объясняю всем тем, кто пытается со мной. Уже заказ получил, но нашел один из тех трех литовцев, нет, даже не латвийцев, жителей Латвии. Вот, он все-таки нашел в Питере знакомых, которые я им высылаю. И у меня никакой головной боли нет, задержек нет. Вот. И, значит, дальше, как он с Питера пойдет в Латвию, меня не касается. Что сказать остальным? Я подхожу, вызываю старшую, говорю, вот, Марина Игоревна, что же мне делать-то? Как мне быть-то? У меня было, пока дружили с Украиной, я туда отправил посылку 20 книг. Я их продал по 1000 рублей. Так-то они были по 1300, ну ладно. Вот, и 20 книг ушло в город, который сейчас называется Днепр, раньше Днепропетровск, и оттуда пришло 20 тысяч, плюс 1200 за пересылку. Часть, то есть мы как бы делили все это, расходы пополам. Вот. Потом вернулась посылка, я не был виноват, там было написано неправильное оформление документов, но это не ко мне. Вот. А может быть был повод. А может быть, они думали, что там взрывчатка или какой-нибудь. Ну, ее, скорее всего, никто не вскрывал даже, потому что увидели бы книги, чем там придраться-то. Вот. Абрикосы, про абрикосы, да про персики. И вот книга вернулась, деньги мне пришлось отправить на Украину. А так как я до сих пор эти книги не продал, то получается я минус 20 тысяч потерял. Раз. 5000 я потерял за пересылку, почти 5000, тоже не вернули, претензию писал, вот, а им по барабану все. Вот, кто ты там это? Когда-нибудь, когда наши придут, будет принят один закон. В этой стране, в России, не будет впредь не обижен ни один человек, и все будет трактоваться в его пользу. Вот, когда-то. А дальше, сами понимаете, мешать не вредно. И вот получается, что я разговариваю с Мариной Игоревной и говорю, вот что же делать? Она говорит, ну давайте отправим. Я говорю, а дальше что? А дальше не знаю. Вы понимаете? И это про Латвию, про Германию и про Приднестровье. То есть теперь я обращаюсь к тем, кто все-таки очень хочет мои косточки. Они особые. Хоть я и продаю их там 20 рублей, 25 рублей. Вот. Они настолько особые, что это еще и смешная цена. Вот. Ценность необыкновенная. И даже в Латвии они нужны. И в Германии они пригодились бы. Но это же семена. Понимаете? Застрянут. Кто будет отвечать? Мне опять деньги возвращать? Что я тогда 25 тысяч потерял с этим самым, с той почтой украинской. Точнее, даже с нашей. Зачем было привозить посылку, если гарантии нет? Или если взяли, так верните деньги. Вот так. Получается, я опять говорю, ребята, давайте жить дружно. Давайте ищите на территории России. Один же латыш нашел же это в Питере, кто переправит дальше. Вот. Или, пожалуйста, я отправляю, вы мне платите деньги, вот. А дальше меня не касается. Можно и так. Вот. Кто-то рискнет несколькими тысячами. Ну, а мы же везде рискуем.